Иностранка вымогала деньги, представляя сотрудницей финполиции. Крупные суммы она брала за якобы трудоустройство в этом ведомстве. Сотрудники финансовой полиции задержали гражданку Азербайджана, которая выдавала себя за их коллегу. Она предлагала жительнице Абая помощь в трудоустройстве в департамент, взамен требуя деньги. При этом мошенница носила форменную одежду, погоны и имела удостоверение сотрудника органов внутренних дел. 14 сентября текущего года в отношении гражданки Азербайджана возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и самовольного присвоения звания представителя власти. В настоящее время последняя задержана и водворена в ИВС. Кроме того, поступило заявление еще одного лица, от которого задержана обманным путем получила денежные средства за аналогичное трудоустройство.